Приветствую, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем нашу кампанию за Арвернов во втором Риме на легенде с модом по тесту с Ультиматио. Усаживайтесь поудобнее, набирайте чайку, закусок. Всем вам приятного просмотра. Ну и вначале хотелось бы поблагодарить уважаемых спонсоров канала. Значит, друзья мои, Теклис. Правда, давненько, когда я там брал перерыв с каналом, отправил 50 рубчиков. Хорошего, говорит, отдыха тебе, Колян. Благодарствую. Ну, не совсем у меня был там отдых. Значит, я просто работал на основной работе. Тебе тоже, дружище, хорошего лета, хорошего отдыха. Не забывай, старину консула забегай на видосики, пиши комментарии. Надеюсь, все у тебя там отлично, все замечательно. И буквально сегодня еще отправил нам Андрей 300 рублей с сердечком. Андрюха, огромный респект и уважуха. Я так полагаю, что это Андрей Петраков у нас. Если ошибаюсь, то напишите потом в комментариях. Тоже, Андрей, огромное тебе спасибо. Хорошего отдыха. Мы недавно списывались ВКонтакте. Тоже человек отдыхает на даче, балдеет, значит, гонял там на сплав по реке. В общем, Андрей, Теклис, огромное вам спасибо за поддержку. Это у нас такое из ряда вон выходящее событие. Никогда меня еще так вот, по-моему, не поддерживали вне стрима. То есть просто я немножко был в шоке. Вот на донат Теклиса я даже не сразу отреагировал. То есть я уже увидел его там спустя, если я не ошибаюсь, наверное, недели две, если не это самое, не позже. В общем, огромное, ребят, вам спасибо за поддержку. Ну и погнали громать. Итак, значит, возвращаемся мы непосредственно к нашей игре. Как я вам и говорил, я немножко за кадром поиграл. Ну и как по плану я собирался угомонить думнонов. И вот я уже, как видите, наш царь вместе со своим войском, плюс его поддерживает небольшой отряд полководца. Как его там звать-то хоть? Как тебя звать, дружище? Катя его зовут, короче. Катя, мы его будем так тоже. Катя его будем звать тогда. Значит, пришел на поддержку нашему царю. Кстати, можем мы здесь еще набрать с вами наемников до полного участия. И потом всех этих кельтов отправить на мясо. Как вариант, да? Но для начала я, наверное, разобью вот этот мелкий отряд, чтобы он нам тут не мешался. Оу. А что такие шансы-то интересные? Да ладно, тут застрелов целая армия. Он говорит, что я их тут просто шапкой закидаю. Не-не, я тебе не верю. Я тебе не верю, друг. Так, отлично. Минус отряд. 156 денег. Так, а ты у меня на ускоренном-то хоть достаешь, что нет? А он даже так достает. Можно, кстати, вот... Это же у нас получается одна провинция, все. Им осадить. Набрать ему наемников, отправить этих самых наемников на мясо и понести своими войсками меньше потерь. Кстати, писали мне вот ВКонтакте, в комментариях, Серега Русских, по-моему, может, говорит, при таких шансах автобой прожимать. Ну вот, написал я ему там в комментариях, ну и также отвечу еще видео, то, что, друг мой, это не ванильная версия игры. Если бы была ваниль, я бы тут, наверное, процентов 90 автобоем прожимал, но здесь у нас в этой модификации есть такая тема, как население. И пока это самое население, то бишь, где оно у нас, кстати, давайте хоть примерно показать, что это такое. Вот оно, грубо говоря. И пока это население находится у нас в упадке, то есть когда мы только захватили поселение, да, когда мы там, его не растет, его нет, мы просто тупо не можем набираться. То есть у нас будут эти вот черные иконки, у нас не будет ни наемников. Вот, например, знать, у меня вот, если посмотреть, знать, видимо, в этом регионе сейчас мало. Где она, кстати? И мне тупо не хватает набрать эту самую знать. Хотя нет, там вроде что-то даже есть. Относительно, да? 0-0-0-0. Короче, ни хрена вот набрать не могу я. Вот. Нету, говорит, знати у тебя. Не получишь ты вот таких вот знатных конную знать. И так далее и тому подобное. А когда там все население побито, ты вообще наняться не можешь. Поэтому
я стараюсь сводить свои потери к минимуму, а в тобой он, зараза, злой такой. И как нахлобучить тебя, хотя там шанс вроде бы невелик у противника. А потери ты несешь жесткие и думаешь, да ну его нафиг этот автобой. И вот так вот мы, кстати, с вами слили вот здесь вот фривероруме именно нашего наследника. Когда я взял автобоем тривероруме, понес жесткие потери, там объединился, распустился, потому что денег не было. И потом у нас, по-моему, нерви спокойненько в один стек подошли, и у меня там уже отбиваться тупо было нечем. Гарнизон убитый, стек убитый, все. Полководца, армию, город все потерял. Правда, потом сикваны это дело себе захватили. Так что погнали на иску, пустим бритских наемников на мясо, повоюем, ну и встретимся уже на поле боя. Итак, ребятки, сухая погода, подкрепление пойдет где-то он. Здесь также там у них, по-моему, флот еще где-то был. Так, стоят. Стоят, не шевелятся. Так, давайте сразу наймов наших вперед выдвинем. Можно даже лучника вперед двинуть. Так, и где там подкрепление-то мое? Вон оно ползет. Там у меня еще куча лучников. Естественно, их надо использовать. Так, там прачники пошли на высадку. Ребят не торопятся? Нет, ребят не торопятся. Так, вот они все лучники. Давай сюда. Кавалерии у меня огромное множество. Кстати, где у меня тут командующий-то мой? Дабы его не слить. А, вот он. Все, стой здесь, кури. Не торопясь. Так, остальные подтягиваются. У них там еще флотище здоровенные. Так, ну с ними будут кавалеристы, наверное, разбираться. Прям всей грядкой. И на всякий случай я им вот этих пацанов уделю до полного счастья. Так, здесь как дела? Здесь ребята в атаку чуть идут. У него там даже колесница есть. У него даже есть колесница, обалдеть. Да он туда тоже ребят будет заслать. Застрелов у него целая куча прям. Давайте немножко ускорим. Сейчас наши лучники подойдут. А мы пока дождемся с вами, когда вот эти все ребят повылазят. Они чуть не торопятся, кстати, на высадку. Зло совсем. Так, лучники сюда. Так, туда я ребят выделил. Так, ты пока сюда. Так, этих двоих можешь тоже в сторону убрать. И давай сюда, ладно. Отдельный у нас отряд будет. Так, не генерала не поведу. Генерал, стой. Так, что он там высаживается, нет? Ага, идет. Идет, родной. Бритские пращники. Погнали. Так, пойду еще отряд отправлю на помощь. Давай. Догоняй. Нормально. Сойдет. Там как дела? Так, ну, ребята стоят, курят. Пока их не провоцируем особо. Ждем остальных. Ладно, пойдет высадка. Я пока тогда на паузу поставлю. Как они тут подойдут, я включусь. Итак, поперли они у меня уже на высадку. Я там пока перестраивался. Они довольно-таки быстро вылезли. Поэтому не сразу я их атаковал. Ну, вот сейчас им чуть-чуть осталось. И мы их пришлепнем. Сильных проблем они все равно моей конец, скорее всего, не доставят. Так, сойдет. Вот флот уничтожить было бы совсем неплохо, чтобы потом за ним не гоняться. Давай вылазь вниз. Иди сюда. Так, пускай они там добивают. Здесь уже тоже почти всех смяли. Я тут пока свою элитную пехоту перестраиваю потихонечку, помаленечку. Дабы они потом
нормально врезались после того, как наемники огребут. Хотя наемники могут не огребсти, конечно. Так, эти тут закончили. Давайте вот этих допинаем и конницу отведем. Последний отряд высадится у него. Дошли. Так, лишнего цепанул. Вражеский военачальник убит. Замечательно. Ты смотри, как он далеко стреляет. Это лучник у него, похоже, да? Точно, блицкие лучники. А там-то он в кого стреляет? Алло. Че он делает? Вопрос так стоять. А, ладно, уже все равно не убежали. Так, оставлю я вот этих двух наемников. По их душу. Так, спрятались. Так, тюрьма и лучники, значит. Выдвигаемся. Блокируем все это дело. И лучников подводим. Так, ты там высаживаться будешь, нет? А, во, выходит. Выходит на берег родной. Так, там как дела? В атаку собрались, что ли? Да ладно. Вперед. Да колесница у меня тут сразу же. Ближе подходи. Будем закидывать их. Иди шлепни их. Все, кавалерия пошла в обход. Ага, колесницу уже угомонили, да? Лучники застрелили. Копейщики затыкали. Врубаемся. Всеми силами. Еще одна колесница. Генерал-то у них тоже на колеснице оказывается. Все, полетели все кельтские наемники, и не только кельтские. А то там мои уже огребают, я смотрю. Лучники куда-нибудь туда лупим. Режим обороны. Так, ну и в свою очередь наша тяжелая пехота подтягивается. Секерников вот этих тоже хочу посмотреть. Так, вся кавалерия сюда. Поголовно. Что-то копейщики эти довольно быстро убежали. Нарезать. Этого нечем нарезать. Этому тоже, да? Вот этому есть чем. И все, тут понеслась куча мала такая. И все толпой бритые сюда прутся прям. Так, лучники. Вон туда куда-нибудь, в толпу. Так, тяжелая пехота подтягивается. Можно, кстати, мне вот этих пацанов еще отправить. До полного счастья. Луки вон туда куда-нибудь. Ближе вот так подошли. И можно будет там застрелов шлепнуть. Так, секерники в обход. Лучники, вон туда куда-нибудь. Да, баллисты, конечно, не хватает. Сейчас бы тут нужно было нормально так народу прорядить. Так, ты вернулся. Возвращайся в бой. Так, их, наверное, отрядом проще выделить. И вот сюда выдвинем. Спой песенку ребятам. Погнали. И тоже. Туда же, по тому же месту. Не знаю, колесница-то у него еще держится, однако. Сколько британских воинов тут, обалдеть просто. Колесница толкала. Сваливаешь, что ли? А ну там, надави своих. Так, мои не испугаются, но ты все равно дави. Так, начальник убит, замечательно. Вон они, обломки бритских колесниц.
Правда, непонятно, где наши, где не наши, да, точки. И с той, и с другой стороны сражаются кельты, сражаются бриты. Нормально живет. Так, пойдет. Так, где моя там наемная кавалерия бритская? Вот она. Давай, подходи сюда. Вместе с секирниками. Так, тем временем вот эти двое. Сюда. Так, ладно, этих пока оставлю. Так, копья сейчас у него уйдут вперед, и будет нормально тогда. Чуть-чуть подождем. Так, там как дела? Ну, вроде бы справляемся. Накидывай, не кури. Поехали вперед. Да и вы туда же. Секирников ближе подводим. Так, это уже разбитые. Перекрыл чертила. Так я и думал. Давай сюда. Секирники вторым темпом залетают. Уходи. Все, пришли наши секирники. Секир башка вам. Нет, не такой же секир башка, непонятно. Куда они бегут, куда не бегут. Ух, это паренькая история. Все. Кончились моментально копейщики. Погнали сюда. Отход. Здесь как дела? Как тут наши местные жители? Вытесняем. Ты кто побежал назад? Режим обороны тебе ни о чем не говорит, что ли? Нарезай. Удар. Еще раз. Полетели. А секирники сами неплохо справляются, я смотрю, да? Пойдет. Так, отряд сюда. Не матерись. Заматерился, понимаешь. Так, нормально мечей прокидываем. Погнали сюда он сразу. И секирников туда же. И конницу туда же. Зажимаем пацанов. Так, остальную конницу подтягиваю. Это бегущие им тут не дают пройти, похоже. Так, элитная пехота наша родовая, подходи. Лучники, вон туда куда-нибудь. Да, натиск-то не получился ни шиша. Отошли назад. Дайте бегущим убежать. Да, все разбиты и не дают убежать моим бойцам. Ой, влететь моим бойцам. Давай сюда. Вот. Аккуратненько. Конница отошла. Блин, у меня там стройка за окном идет. Надеюсь, вам не слышно, как там сваи забивают на видео. Блин, жесть просто какая-то происходит в последнее время. Так, не это самое. Не сачкуем. Вперед. Врубайся. Со всеми вытекающими. Ух ты, у меня что-то в пояс поседает. Но тут, конечно, столпотворение то еще. Все, по факту полностью окружены.
начинает волноваться, пацаны. Давай туда. Куча. А ну все. Осталось два отряда копейщиков. Так, ну вам чтоб скучно не было. На истребление гарнизона всех. А, ну все, победа. Можно даже и гарнизон тогда не истреблять. Ладно, друзья мои, завершаем битву и встретимся на глобале. Итак, решительная победа. Мне казалось, вот эти вот пацаны-то, британские родовые копья, будут поинтереснее стоять. Ну не, видимо, не в этот раз. Хотя, по-моему, когда они мне Юлию Оборону атаковали, было с ними немножко сложновато. Так, ну потери. Минимальный царский стык. Вообще никого не потерял, замечательно. Так, забираем себе. Плацдарм в Британии у нас теперь есть. Вопрос, тут никто больше воевать не захочет с нами? Между делом. И Думноны, похоже, все, да? Да, фракция Думноны уничтожена. Замечательно. Ух ты, постройки-то неплохие. У нас гавань появилась в какой-то веке. Что нам дает-то хоть? Позволяет нанимать. Дружина вождя Равернов, присягнувшая. Знаменитые копейщики. Да ладно. А ну-ка давайте-ка всю вот эту банду отправим обратно отдыхать. Конница, наверное, туда же. Тут у нас есть вроде немножко бойцов. Минус 26 общественный порядок. Вокруг меня окружают со всех сторон... и цены, точнее, каледонцы, хотел сказать. Ни хрена себе, и цены там уже разрослись-то. Так, а здесь кто у меня живет? А там мне неизвестно, да? Так, ну-ка, про дипломатию пробежаться. А то вдруг тут торговать захочет между делом. Договор нападения за 720. Давай договор нападения и торговлю. Мне денег хочет, не перебьешься. Без денег. Так, ну Адрийское царство тут вряд ли. Я там договоров наделал с их противниками, так что они не хотят теперь со мной торговать. Понт. А Понт воюет и с галатами, и с Каппадокией, да? Торговать, понятное дело, не захочет. Рим у нас воюет. И русские. Тоже опасные ребята. Германцы, ребята непредсказуемы, могут и прискакать. Надавать мне по шапке. Так, ну ладно, врага победили. Уходим мы из Британии нашим царем. Весла по полной программе и погнали. Здесь у меня, кстати, было восстание. Помогли мне секваны. Спасибо им большое. Я тут помаленьку, потихонечку, видите, отстраиваюсь. Ставлю храмы всякие, ставлю военные построечки. Также тут на порядок что-то где-то вот еще воткнул. Общественные земли, вот, например, да. Так, я вот думаю, может мне вот этот флот бесполезный, наверное, распустить. Бабки там жрет немеренные. А флот я тогда уже начну немножко в Британии набирать. Вот этих двоих пока оставлю. Пущай будут. И попробуем флот здесь собрать, посмотреть, вот что тут есть интересного, если могу, конечно. А не, не могу, придется тогда мне вообще, наверное, флот здесь распустить. Флот-то у меня всего один. Один единственный и неповторимый. Так, а ну-ка посмотрим. Есть тут кто из наших-то? Хотя можно, ладно, и не нашего. Корабликами командовать отправить. Так, наем это у нас. Ну, хотя бы прощай, есть уже неплохо. Так, а у тебя что тут в наеме? Вот про что я и говорил. Видите, только захватил, населения нет, шиш тебе, не наем. Так, отборные копейщики, старшие копья. Так, я вообще то смотрел, нет? Что-то у меня гавань дает. А вот, я, видимо, не то смотрел. Позволяет нанимать. Сам навелся, короче говоря, на кузницу. Вот она, позволяет нанимать прачников. А дальше что она будет позволять нанимать? Прачники кельтов, ауксирия британских прачников, воины кельты, копейщики. Ну, это еще изучить надо, похоже, да? Через два хода изучим. Хотя мне бы и осаду поучить было бы неплохо. Почему? Потому что нужно строить всякие башенки там, лесенки. Потому что ребята написали... Баллист нет, поэтому, говорит, жопа тебе. Я говорю, ну, блин, что делать? Придется тогда изучать осаду более плотно, чтобы
можно было на ней это самое собирать более интересные осадные орудия и штурмовать все это дело без баллист. Посмотрим, как оно будет получаться. Кстати, и тут конфедерации-то не захотел. Так, у меня деньги есть? Вопрос на засыпку. Да, деньги есть. Деньги есть, деньги есть. Конфедерация. Я тебе даже денег могу дать. Низкий. А так? Низкий, не хочет. Придется, похоже, воевать. Не с этим товарищем. Ну, пока ладно, пускай он там сидит. Посмотрим. А сикваны, кстати? Сикваны, наверное, тоже не хотят. Даже за деньги. Да. Не хотят, к сожалению. Так, а может, союз какой-нибудь? Так, что у нас, оборонительный? Не хочет. Так, а с тобой у меня есть какой-нибудь союз? С тобой у меня тоже союза нету. Понятно. Не хотят, товарищи. Так, у меня 3 с небольшим тысячи денег, да? Здесь надо на границе, наверное, будет все-таки наниматься. Понемногу, постепенно. Так, я пока отойду вот сюда. Пускай они тут... Это самое... Возбухают. А мы подготовим войско небольшое. Так. Значит, родовую пехоту взял. Так, а у меня здесь есть секирники? Нет, секирников у меня здесь нет. Зато у нас есть альпийские газеты и неальпийские газеты. Давайте 2 таких. На второго мне уже не хватает, к сожалению, да? Так, а это кто? Кельтогерманские воины. Партизаны. На длинных и голожопых тоже не хватает, да? Лучников нет. Да хрена, что нужно, на самом деле. А здесь кто у меня есть? Вот у меня, кстати, секирники, кавалерия. И воины рутенов есть. Лучники здесь есть? Лучников здесь тоже нет. Лучники у меня где-то все... Где-то здесь, наверное, да? Так, здесь можно что-нибудь построить интересное. Яма кладовая, да? Пища... Порядка не будет. Пища, грязь и нищета плюс 1, число разбойников плюс 3. Дом работорговца. В принципе, можно даже, наверное, и построить. У меня тут, кстати, эдикт сразу есть, да? Но у меня рабов-то как таковых нету. Так что я шиш его знаю, есть ли смысл его ставить. Я думаю, наверное, лучше дом вождя выждать и потом его воткнуть. Организация войск как раз нужна. Так, значит, в дальнейшем у нас что получается? В Британии у нас и ценами вроде бы все замечательно. Можно, кстати, с ним пообщаться насчет союза, да? Бронители, к примеру, не? Так, союз не хотят, ни с кем они там особо не воюют. Но возможно, возможно у нас тут будет какая-нибудь нездоровая движуха. Пока что мы там будем стоять, наблюдать за ними. Войска я здесь постепенно буду пополнять, набираться. А нашим царем можно, в принципе, сгонять в сторону римлян и пограбить их тут как следует. Тут, кстати, их давят. Масилица усиленно причем. В Греции их тут, по-моему, Спарта выпнула, да, из Аполлонии. Так что у Рима тут куча-куча проблем прям. В Испании у нас вроде бы все друзья почти, кроме ариваков, да? Все остальные с нами вроде бы дружат. Посмотрим. В общем, поход на Рим, думаю, надо организовать. Кстати, римляне часть... Это Корсики и Сардинии себе отжали. Тут все карфагенское было. Ну, Массилия их тут вообще жестко так... Прессуют, смотрите, они прошли, здесь отжали, здесь освободили, по-моему. Здесь уже пролезли, окружили сам Рим, отрезали просто, да, от остальных, от Великой Греции. Нормально, ребята живут, все у них замечательно. Так, 1300 у меня денег остается, я их, наверное, пока подэкономлю. Ну-ка, посмотреть, еще что-нибудь такое важное можно воткнуть, нет? Так, тут храм строится, тут тоже нет, пока ничего не воткнем. Давайте ход сдадим. Будем смотреть за текущей ситуацией, что там римляне будут делать. Если что, сбегаем, поможем. А может, и осядем там, там тепло, хорошо, финики растут, вино там, виноград, все дела. У нас тут на севере похолоднее, наверное, будет. Так. Рим подтягивает силы. Вот вроде бы стоит этот сабмод на сильный Рим, но что-то он какой-то не сильный нифига.
Он вроде бы начинает поначалу что-то там захватывать, развиваться, потом что-то у него накапливается куча врагов, и его начинают шатать почему-то. Не знаю, может, стоит все-таки его, наверное, менее агрессивным таким сделать. Ну, это, в принципе, дело разработчиков, конечно. Но вот я думаю, что он, чтобы он не нападал всех, на всех сразу, даже вот он мне какого-то лешего войну объявил, хотя от него там за 1000 земель разделен еще кучами там народов, да? А он все равно взял и говорит, я буду с тобой воевать, говорит. Вот не интересует меня ничем. Писали, предлагает оборонительный союз. Меня это мало интересует. Так, нужда в коннице. Давай поощрение. Ребенок у меня умер. Ай-яй-яй. Знак доверия. Вернулся домой. Кстати, что у меня там в политике происходит? Давайте-ка посмотрим. Ноль верность. Ни туда, ни сюда, да? Так, может мне у вас кого скоммунизить? А она уже не может пока никого скоммунизить, да, к сожалению. Так, эту на назначение бабахну тогда и мадам. Так, а ты у меня чё? Рвение у меня хорошее. Давай тоже тебе назначение дадим. Так, этим, чтобы они сильно-то тут не возбухали, давайте мы их распинаем посланиями куда-нибудь. Гала там сходи. А ты. Гильве там вот сходи, например. Как-то вот так. Так, этим я все вроде бы пораздавал, все вроде бы замечательно. Кстати, ваше сиятельство, вы тут как объявить наследником, усыновить никого не может. Дать образование он, кстати, может. Давайте наследнику образование дадим. Блин, опять все бабки потратил не туда, куда хотел. Вот так вот и заходи, блин, в эту самую, в политику. Все бабки сразу раз и тю-тю. И нету бабок. Так, газетов набрал. Одних, да? Так, ну у меня тут населения, похоже, не хватает, поэтому набраться толком-то я и не могу. Давай-ка сюда. Ждем еще восстание. Так, это кто такие? Конные налетчики. Этих я конную знать пока набрать не могу. Воительницы. Воительницы. Надо посмотреть на этих самых воительниц. Две штуки дайте. Так, ну остальных потом посмотрим. На следующий ход, значит, кого мы там нанять можем. Так, значит, ваше сиятельство. Вы у меня пойдете через Массилию, наверное. У нас же с ним есть право прохода, нет? Что у нас там по договорам? Да, право прохода есть. Правда, они на меня что-то обижаться, смотрю, начинают. Но я, наверное, все-таки сначала шлепну Рим, а потом уже буду ими заниматься. Давай, топай в эту сторону. Так, можешь мне тебе на помощь кого отправить? А кого я тебе отправлю? Мне отправлять-то особо никого. Ну, давайте вот этого пацана. Вместе с ним пойдет. До полного счастья. Погнали вперед. Так, Рим. Спартанцы стоят, держатся, ты смотри. Шлепнули просто легион к чертовой бабушке. Говорит, и все. Ваша, говорит, песенка спета. Плюсом еще Массилия на них давит. Кстати, надо разведчика, наверное, мне туда отправить. В сторону Рима посмотреть, как там дела. О, еще римский флот вылез. О, римский, говорю, этот. Братанский. Так, а Массилия-то, смотрю, по шапке начинает получать, похоже. Право прохода предлагает Касситан. Давай денег. Пойдет. Так, у меня тут восстание нарисовалось как раз. У меня тут друзья бегают, помогают мне. Поэтому я особо не парюсь. Готов. Ну, давай, Дини. Казнить их все равно что-то смысла нет, особо не помогает. Так, Македония. Македонию, похоже, шлепнули. Политическое событие. О, щедрую дань притащили. Предал. Двое предали, один еще труда не принес. Восстание было, видели. Что-то дети у меня там отлетают раз за разом. Так, я что хотел изучить-то? В осаде я что-то полезное. На дом вождя хотел я уйти, по-моему, да? Так, организация войск. Подожди, в осаду пойдем дальше. Мастерская. Здесь что, возможность в осаде, боевые потери.
позволяет. Так давайте вот в эту сторону пойдем. Уж надо же будет чем-то нам укрепленные города как-то штурмовать, да? Так, пошел вперед. Так, ты за ним. Порядка пока нету. Почему-то. Хотя у меня здесь стоит этот балбес, да? Так, расходы, не расходы. Жадного ему тоже подкачать надо. Здесь вот нормально. Но у меня вот, наверное, стек будет бегать туда-сюда, если что. И порядки наводить. Кстати, о птичках. Так, воительниц-то я взял. Мне нужны обычные наши газеты. Хотя бы пару штук, да? В эту армию. А секирники где? А секирников шиш, да, здесь? Ну и ладно. Ну и бог с ним. Небольшую вот такую вот, наверное, армию оставлю. Лучника... Ну-ка, погоди, лучника же здесь нету. Два пращника тогда до полного счастья возьму. Два лучника, да, два пращника, четыре копья, четыре меча, два коня. Нормально. А ну и плюс еще генерал. Так, там все замечательно. Значит, у нас зима скоро, холода. Тебе, может, тоже кого нанять по дороге? О! Охотника за головами, дайте. Дополнительно возьмем. Так, это уже много будет. Ну, вот так хотя бы. Так, элитной кавалерии здесь нету. Ну и бог с ней. 4000 денег еще у меня остается. Так, Галия. Можно вот это поставить, пока не особо надо. Здесь. Во. Так, погоди, где у меня там... Прям все печально это с порядком. В биваке. Но у меня тут на порядок просто ничего нету. Может, мне тогда вот здесь вот храм поставить? Я-то думал, может, у меня получится замутить конфедерацию с секванами, но они чуть не хотят, поэтому давайте вот сюда храм-то поставим. Здесь у меня как дела? Так, плюс 4, здесь где-то там плюс 1. Тоже порядка нет, ни шиша. Каледонцы, что за каледонцы? А, вот эти, что ли? А, это нет. Это галлы-фанатики. Каледонцы, вот они, урон оружием, ближний бой, бонус... Доспехи. Бомжи. Бомжи. Нафиг они мне нужны. Тоже здесь храм поставлю. Чуть на порядок тогда. Так, ну, тут у нас как дело так. Отжал себе Рима Ускул обратно, да? Банивент вернул. А, банивент не, банивент он тут и был, да? Начинает откидывать потихонечку назад он Массилию. Зато Спарта тут. Усиленно держится. Македонию забрал, забрал Адрийское царство. Нормально живем. А, ну они тут совместно. Адрийское царство, Бебрики и Телейское царство. Все вместе, да? И все вместе они, наверное, сейчас не особо-то хорошо ко мне относятся. Точно. Из-за договора с Македонией. Вот это вот весело. Так, ну мы пока сюда отправимся. Дальше посмотрим. Так, Фессалия, не Фессалия. Здесь у нас как дела? С испанцами как у меня дела вообще? Кантабры. Не особо ко мне хорошо относятся. А, ну потому что они с касситанами воюют. Гелики. Короче, с испанцами у меня тоже тут начинаются напряженные отношения. Как бы не пришлось мне сначала туда валить. А потом уже в сторону Рима там и всех остальных вот этих товарищей. Так, поехали вперед. Так, Рим. Ага. Все-таки отогнали. Они спартанцев тут смотрю, да? Непонятно, взяли Аполлонию, не взяли? Нет, не взяли. Аполлонию они так взять и не могут. Спартанцы там вообще встали, как эти. Как у себя дома и стоят, никого не пускают. Зато вытесняют они этих самых массилийцев постепенно. Тогда все-таки пойду я в сторону Массилии, но за испанцами надо одним глазком поглядывать. А то обидятся, войну объявят, и начнется у нас там нападение на Галлию опять. Плюсом надо за германцами тоже смотреть. Они что-то как-то спокойно себя ведут. О, кто-то Брундизи осадил. Сиракузы. А, ну Сиракузы, я не знаю, не воюют, не воюют. Так, заключен мир, молодцы. Молодцы, все, красавцы. Родился ребенок, задание понятно.
Сиракузы начали наступление на Рим. Они же являются сейчас марионеткой, получается, этих самых Карфагена, не? Или они уже разорвали? Нет, так и являются они марионеткой Карфагена. И пошли они на Рим тоже. Все бьют Рим, кому не лень просто. Просто я вот вообще не знаю, я успею хоть до него добежать-то, нет? До этого самого Рима. Так, на границу с Массилией ползи. Так, этот на ускоренном на следующий ход догонит. Здесь как дела? Через ход будет готов. Здесь как раз скоро восстание. Давай-ка храм ставь. Так, и здесь то же самое. Будем порядки наводить потихонечку. Минус 6 общественный порядок. Бомж вот это мне не помогает вообще никак. Так, а разведка, погоди. Вот они, родные. Давай-ка ползи он в ту сторону. Так, а второй где? А, ну я вообще про него забыл. Он меня как тут еще за думнонами наблюдал, так и стоит там. Ты пойдешь на границу с Испанией, наверное, на всякий пожарный. Поглядывай там, что происходит. Так, ты работаешь. 7000 бабла еще. Так, пищи 22. Сколько съешь? А он еще наоборот же пищу дает. Правда, порядок уменьшает. Так, здесь теперь. Давайте-ка храм. А, и все. Пищу храм поставил, и все. И говорит, и хватит тебе на этом. Поугомонись, да? Так, здесь. Ладно, здесь я больше пока нанимать не буду. Так, этому расход еще остался. Может, мы ему еще тогда кого тут поднакинем. Как раз зима, через ход он донаймется и будет замечательно. Так, поехали. Еще ходик сдадим. Совсем Галлию пока объединить у меня не получается. Намнеты и, блин, секваны активно этому делу сопротивляются. Не хотят они, говорит. Не хотим мы, говорит, жить все вместе в одной большой Галлии. Мы, говорит, сами по себе. Так, и что-то Рим не показали. Они там что-нибудь сделали вообще, нет? Полезного. Так, охлаждение среди племен начинается в колхозе утром. Деньги кончаются еще. Пираты. Где? А ну это меня вообще мало интересует. Что они там делают, пираты эти. Так, дружище. Доспехи я ему давать не буду, наверное. Или хотя, что нет-то? Возьми доспехи. Все, заходим в гости к Массилии. Чего-чего? А, особенности. Что там у нас с племенами опять? Десятка, нормально же все. Охлаждение, наследник жив. Все замечательно. Так, сколько денег-то у меня там? Да, денег не густо. Денег пока не густо. Так, ты нанялся. Так, здесь нолик, здесь восстание. Давай-ка вот в ту сторону отправимся пока. Здесь как плюс 5. О, увел я, получается, генерала, и все, сразу плюс 1. Вот. Плюс 1 почему-то на этот самый порядок начал расти, обалдеть. Так, плюс 1, нам на это как у вас там дела? У них-то все замечательно. Здесь у меня тоже немножко порядок растет. Больше я тут пока ничего не строю. Так, ну и топаю в сторону Рима. А Рим-то постепенно, смотри, забирает себе. Ретрицы появились, здрасте. Они, получается, Массилии по шапке дали, ретрицы появились. Вот это весело. Это интересненько. Ладно. Понятно все с вами. Так, ладно, ребят, давайте тогда на этом мы пока что серию закончим. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте поддерживать лайками, комментариями, подписками там с прожатым колокольчиком. Я, значит, тут сейчас немножко еще, наверное, без записи проиграю, дойду в сторону римлян и потом уже начну писать следующую серию. В общем, всем вам огромное спасибо, удачи и здоровья, всем пока-пока.